Проверили торговцев овощами. На территории нескольких саратовских рынков прошел совместный рейд сотрудников полиции с представителями миграционной службы. Внимание правоохранителей на этот раз привлек не товар и не его качество, а продавцы. У них проверили документы и выявили случаи нарушения мигрантами трудового законодательства. В ходе рейда несколько иностранных граждан привлекли к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности, а также за нарушение правил въезда и режима пребывания на территории России. Кроме того, в Энгельсе проверяющие обнаружили помещение, где незаконно проживали иностранные граждане. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.